Друзья, всем привет! Вы ждали так долго этот ролик. У нас сегодня выпуск сауна. Решил свою семью привести в баню. Почему мы именно выбрали этот Вегас? Потому что все 5 звезд у них есть. А почему? Сейчас вы об этом все узнаете. Давай, зайдем внутрь и все покажем. Заходим в баньку. Вот такой вот коридорчик, ребята. Открывай. Здравствуйте. Решили к вам в баньку зайти вот, с семьей. Можете рассказать условия? Ну, вообще, какие там есть? У нас есть 3 сауны. Но так как вас очень много людей, я могу предложить вам большую сауну. Большой зал. Давайте пойдемте посмотрим. Да, можно. Пойдемте. Стойте, подождите. Руслан, сюда. Так, друзья, идем смотреть большую баню. Ну, большую сауну. Будем все смотреть или только большую? Не, ну давайте все посмотрим. Почему нет? Так, коридор, да? Да, вот у нас средний зал. Это первый зал, средний зал. Сюда входит у нас 6 человек. Свыше 6 человек. За каждого человека доплата 100 рублей. Ага, это средний, да? Средний зал, да. Ну, в принципе, нормально. А я вот чувствую полы с подогревом, да? Да, вот? Да, полы с подогревом. Полы с подогревом. Так, зеркала такие прикольные. Ага. Туалет, да, тут все, да, раковина. Туалет, душевая, парилка, комната отдыха. Душевая тоже, да, ничего прям. Да. Вот, пожалуйста. Ага. Не, ну кайф. Это парилка, да. Так, парилочка. Так, подсветка, да, стандартная под низом. Снизу, да. Что? Не, да, 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 подсветка стандартная. Ну и бассейн. Так, давайте зайдем в маленький зал, да? Да, пойдемте. Так. Вот у нас маленький зал. Ну, также вот у нас комната отдыха. Ага, стандарт тоже. Стандартная, да. Маленький зал. Ну, смотрите, это вообще нормально. Я бы не сказал, что это маленький зал. Маленький зал, да. Парилка, душевая. Так, также туалет. Огонь, огонь. О, вот парилка. Да, парилочка. Парилка, да. Тебе нравится? Да. Ваня, тут. Не, мне что нравится, сколько я был в саунах, здесь всегда тепло. Здесь невозможно просто заболеть. Прям огонь. А это у нас большой. Так, а вот это курилка, да? Курилка, да. Ну, кто курит? Посетители выходят, кто курит, выходят, кто курит сюда. То есть, ребят, в сауне не курят? У нас в саунах не курят, да. Да. Дельфины в ураган, в ураган, в ураган уплывают в океан, в океан, в океан. Лишь один из них отстал, лишь один в беду попал. Давай, Матвей. В каком бассейне тоже Матвей может плавать? Давай. О, красавчик. Ну-ка, Руся, давай, покажи с бассейна. О, Тёма. Давай. Да ты не утонешь, вон они плавают, смотри. Вода теплая? Вода теплая, огонь. Лишь один в беду попал. Хотя он прожил ночь,
никому тут не помочь. Сильфины в ураган, в ураган, в ураган уплывают в океан, в океан, в океан. Лишь один из них остался, лишь один в беду попал. Сильфины в ураган, в ураган, в ураган уплывают в океан, в океан, в океан. Лишь один из них остался, лишь один в беду попал. У меня вся камера мокрая, блин. Раз, два, три! Ну, нормально? Да! Ой! Папа, давай сейчас еще! Давай сальто. Давай. Стой. Давай, пошел. Еще один. Молодцы, красавцы, ребята, молодцы. Лайк достойный. Стоп.